Для начала работы с теста 557 приподнимите крюк. Откройте отсек для батарей, затем вставьте в него 4 батареи типа 2А. Закройте отсек и верните крюк в исходное положение. Перед включением прибора подключите зонды температуры. Коннектор зонда выполнен таким образом, что ошибки при подключении к прибору зондов исключены. Включите прибор кнопкой «Старт».